И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Давно у нас не выходили видеоролики, связанные с нашей любимейшей игрой. Были какие-то определенные моменты, когда мне не было, что вам рассказать интересное. Но у нас в игре появился новый режим, до сих пор я его не обозревал, до сих пор я ничего вам про него не рассказывал. Если вы знаете, если вы ходите на стримы, то вы видели, сколько времени я в последнее время, как бы это тавтологно не звучало, провожу времени именно таки в режиме Джиггернаут, и вы должны понимать, что это не просто режим, это новый командный режим, который для меня сейчас стал определенно самым интересным форматом в матчмейкинге. Есть определенные плюсы, определенные минусы. Сегодня хотелось бы немножко об этом поговорить, рассказать какие-то, возможно, определенные фишки. Я думаю, что по данному формату будут еще видеоролики, потому что есть определенно много интересных вещей, которые мне хотелось бы с вами поделиться. Ну а сегодня такой более масштабно обзорный, можно так сказать, видос, в котором хотелось бы просто определенные вещи вам рассказать по данному формату. Что касаемо режима, скажу сразу, он мне реально нравится. И многие его хейтят, многие говорят, что типа там соло Джиггернаут, который был у нас как ДМ режим, намного лучше. Но я вам могу целиком и полностью сказать, что данный режим для меня привнес новые изменения в игре какие-то определенные, открыл новое желание, интерес. Для меня всегда новые вещи, которые появляются у нас в игре, которые реально заходят и нравятся, дают какую-то определенную мотивацию, желание дополнительно играть в нашу игру. И что касаемо именно данного режима, то это так и есть целиком и полностью, то что данный режим внес такой вот определенный вклад в мою дальнейшую мотивацию играть и получать удовольствие в игре именно в данном режиме. Что касаемо режима, скажу сразу, если я говорил по всем предыдущим режимам, то что вы можете играть на себя, вы можете играть в соло, вы можете, грубо говоря, просто играть в командный режим, но чисто играть на свой опыт, не смотреть на своих тиммейтов, не помогать своим тиммейтам, то здесь все абсолютно по-другому. Да, вы сейчас видите, как у меня все отлично получается, я нагибаю джаггера одного за другим, второй, третий улетает, мы выносим просто катку на изи, но в данном режиме ты один никогда не выиграешь бой. Даже если у тебя будет плохой джиггернаут против, который не особо понимает, что нужно делать, и будут игроки, которые там, можно сказать, играют с приваренными башнями, тебе все равно будет очень тяжело выигрывать бой. В данном режиме вся команда, ну либо хотя бы 3-4 игрока, должны быть направлены и мотивированы уничтожать вражеского джиггернаута. Они должны помогать вам вместе уничтожать данный танк, потому что если вы один в соло это делаете, у вас зачастую никогда ничего не будет получаться. И при всем этом раскладе я целиком и полностью делаю акцент исключительно на данный танк, на танк Джиггернаут. Я не езжу, не пытаюсь там с кем-то перестреливаться, кого-то уничтожать. Просто быстрое слитие Джиггернаута и как можно быстрее заканчивать данный бой. И если в моей команде попадается 2, 3, может 4 игрока, ну если, конечно, целая команда попадается, которая целиком и полностью настроена, едет уничтожать Джаггера, это просто бомба, это очень круто. Но не всегда так получается, поэтому 3-4 танка, которые мне помогают, это всегда прикольно. И вот, например, данная катка заканчивается за 3 минуты, и это стандартное время окончания боев в Джиггернауте при том раскладе, если ваша команда уничтожает данный танк. Да, бывают бои, которые, с которых у меня в какой-то степени даже сгорает. То есть ты в соло ездишь сливать Джаггера, он тебя постоянно респит, потому что он умеет играть на данном вооружении, он не хочет падать так быстро, и у тебя ничего не получается сделать. Зачастую из таких битв даже можно выходить, поиграв там 1-2 минуты, ты понимаешь, что здесь ничего не получается, и просто выходишь, быстро перепикиваешь в новую, и там уже идет совсем другая игра, и все хорошо. Что касаемо вооружений, то здесь я бы, наверное, хотел сказать, что довольно
большой масштаб и довольно большое количество пушек и корпусов можно использовать. В моем случае я играю на Викинга Страйкере, до этого я играл на Хантера Страйкере, играл на Магнуме, но не знаю, что-то мне ничего не заходило, там ни Гаусс как Страйкер, интерес мне вот данная именно пушка вносит намного больше, и я... Также экспериментировал с Хантером, смотрел данный корпус и скажу вам то, что его также можно успешно использовать. Но что касаемо Викинга, он дает более большое количество, наверное, возможностей для слития вражеского джаггернаута. И при всем том раскладе, то что вы, например, можете один раз свестись по джаггеру, слить его за счет сводки. Второй раз у вас появится, например, овердрайв, вы также быстро сможете снять джаггера. Может быть, даже вам повезет, вы сможете слить одного джаггера с овером и по второму еще с этим же самым овердрайвом нанести урон. Это тоже довольно-таки такой отличный буст, то что вы, грубо говоря, за 10 секунд можете там полтора джаггернаута снять. И при всем этом раскладе, если посчитать в эквиваленте очков в битве, то грубо вы 100 опыта можете заработать за 10 секунд. Да, сейчас у нас немножко уменьшили баланс очков, получения именно очков в бою, потому что было у нас при введении данного режима за убийство джаггернаута 100 опыта. Сейчас это 50, но зато за каждый нанесенный урон, то есть если вы не сливаете джаггернаута, сливает ваш какой-нибудь тиммейт, вы получаете 25 очков, и это тоже довольно-таки престижные цифры. Вот как вы видите, например, сейчас я слил одного джаггера и по второму джаггернауту также нанес большое количество урона, быстро также самый второй джаггернаут упал, и это круто, когда джаггернауты респятся один за другим, то есть у вас есть довольно большое количество времени, чтобы... И как-то повлиять на ситуацию, попробовать быстро уничтожить одного, второго, третьего. И при всем этом раскладе быстро завершить бой и перейти к следующему. Потому что вы знаете, что я играю в матчмейкинге исключительно, дабы заработать звезды, получить сейчас, например, это в челлендже у нас контейнер XT. И чем быстрее я это буду делать, тем быстрее я, например... буду уже играть в каких-то БВПшных боях. И, безусловно, многие не хотят тратить большого количества времени, поэтому ищут те самые режимы, в которых вы можете быстро заканчивать бои. В данном бою и в предыдущем, ну, пока у нас видеоролик идет, я играю в соло, но я вам могу сказать так, если играть в джаггернауте в пати, например, я играю с Тёмиком, там, с Аветисом, если вы знаете таких людей, то это происходит еще намного быстрее. То есть вы, если постоянно пикаетесь в катку за каткой в данный режим, то, грубо говоря, можете там за 2-3 минуты катать одну каточку. Если при быстром бою вас в следующий уже сразу же закидывает опять в джаггернаут, опять такая же катка, и грубо там за час 60-70 звезд можно заработать. Если вы будете играть в простых командных боях или там ДМках, вы никогда не заработаете такие большие цифры. У вас не получится все... в теории вообще даже это сделать. Да, это кажется, блин, не так уж и много, но сейчас у нас матчмейкинг определенно поменялся. Если раньше 60 звезд за час это было нормальные цифры, то сейчас это, ну, грубо говоря, нереальное количество, которое вы не сможете так просто заработать. И, безусловно, данный режим открывает новые пути в игре, в каких-то определенных скилловых моментах, потому что у тебя есть уникальный танк. У тебя есть танк, который может, по сути, уничтожить как бы и все, но как бы и никаких особо плюсов он не дает. Да, это такой спорный момент, когда, в принципе, есть танк, 16 тысяч хп, ты можешь уничтожить любой танк, но если ты видишь, например, страйкера, который реально заряжен на тебя, тебе нужно опасаться его, потому что всего лишь за 3-4 секунды он может дать полный залп с бустером и снять тебе 20 тысяч хп. У тебя всего лишь 16, и ты уже уходишь на респ. Поэтому я предпочитаю играть именно-таки на вооружении, которое будет уничтожать джаггернаут. Мне не обязателен данный сам танк. Мне больше нравится просто вот поиграть на викинга, например, в страйкере. Посводиться, побегать за данным танком, пообманывать в каких-то определенных ситуациях. Потому что фишек по слитию данного танка очень много. И в одном видеоролике я вам явно это все не расскажу. Если вам реально нравится эта тема, реально вы хотите, чтобы я про все это дело рассказал, вы видите, как получается у меня вообще играть в нем, и это все, повторюсь, в соло,
Я не играю сейчас с какими-то своими тиммейтами, которые также заряжены на победу. Играю с рандомными игроками, которые зачастую помогают, но зачастую бывает и не помогают мне сливать данный уникальный танк. Поэтому, если вам нравится эта тема, обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Если не подписаны на канал, также можете подписаться, также нажать на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. В последнее время видосов выходит крайне мало, поэтому ваша поддержка играет важнейшую роль, потому что она именно-таки меня и мотивирует записывать новые видосы для вас. Также я бы хотел бы сказать в окончании данного видеоролика, все было бы отлично и хорошо, если бы при всех этих раскладах не встречались крит-ошибки. Да, всеми нами любимые, но именно в данном режиме почему-то криты у меня вызывают прям нереальнейшую агрессию. Особенно это выявляется в тех моментах, когда, например, я запикиваюсь в катку на джиггернауте, и просто в этот тайминг, ну, либо там через секунд 5-10 у тебя происходит крит-ошибка, и ты такой сидишь и думаешь, блин, за что? За что крит? И ты думаешь, может быть, зайти на HTML5, но... С другой стороны, ты понимаешь, нет, нет. Пока еще рановато переходить на какие-то новые версии. И продолжаешь ловить криты, да, которые иногда довольно-таки болезненно бьют. Но все же, в общем и целом, данный режим меня почти полностью устраивает. И я сейчас даже, если честно, не смотрю ни на какие определенные минусы этого режима. Не говорю о том, что есть какие-то недостатки, которые мне не нравятся. Да, безусловно, они есть, но мне даже не хочется об этом говорить. Мне реально нравится данный режим. И обязательно, друзья, пробуйте играть в нем. И обязательно, когда вы будете играть в данном режиме, не надо кататься, как, например, в простой ТДМке или ЦПшке, уничтожая обычные танки игроков, которые стоят там, кемперят. Попытайтесь помочь своей команде, попытайтесь сыграть на вражеский джиггернаут, быстро выиграть бой и вместе отправиться в следующее сражение. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Я надеюсь, что он вам понравился. Всем удачи и всем пока.